Здравствуйте, я на своем участке. Этот участок для ленивых. Я могу на этом участке не приезжать очень подолгу. В принципе, вот могу бывать один раз в месяц. И здесь все сохраняется. Ну, у меня на участке огромный туй, который я посадила, когда они были еще совершенно маленькие. Вот гортензия, которая стоит плотной стеной. Сейчас она еще не нет листьев. Вот она стоит плотной листвой. И все стоит и мощно, что соседний участок, на котором никто не живет, сорняки сюда пробраться не могут. Они, мои растения стоят как богатыри, защищая границы участка. Ну вот, а сейчас вы видите, ну, туи у меня постоянно зеленые. Это участок, который все время дают краски. У меня здесь вечно зеленые растения, которые даже зимой хороши. Вот. Сейчас цветет у меня форзиция и вишня войлочная. Вот. И сливы у меня цветут. Очень интересные, которые хорошо. Здесь у меня две туи, и желто окрашенные, и зелеными листьями смарагд. Вот, и вишня войлочная.